читы. Мы разговариваем про читы здесь. Вот эти, что ли, крутые тут. Четкие ребята. О, живой, что ли? Вы с кем деретесь? Диван по имени Эдуард. Что? Они. Бум! 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 Я не могу. Тут кто-нибудь есть? Чего? До встречи. Чего? У дивана Чика есть имя, я без понятия. Я не могу идти дальше, врата руки. Ладно, ладно. Еще один. Фидюнчик? Что это за имя вообще? Я не знаю, я только... Только гитаре свое имя, да? Даже Данич понимает, что давать имя дивану — это наркомания. Вы чего? Пустил диалог с Фаркасом. Я не знаю, кто это. Привет, панда. Да ну ты, блядь, умирать-то будешь, алё. Хорош, пацаны, алё. Куда ты лезешь? Куда ты, блядь, лезешь? Подлок? Где? Где он, Федор, звучит? Блять, беретесь-то. Они падают на колено и кажется, что они исчезают. На самом деле собаки не исчезают. Собаки попадают в рай. Ты не мешай ты мне! Господи, боже мой! Женщина! Двуручка прокачивается до 19. Хоба!
Гуля-гуля-гуля-гуля. Кактус женек. Поговорить с Кодлоком? О, здорово. Приветствую тебя, брат по оружию. Это ты, Кодлок? Мы с другими предвестниками тут разминаемся, пытаемся удрать от Херсина. Ну здесь больше никого ты нет. Видишь только меня, поскольку сердце твое признает вождем соратников лишь меня. Бьюсь об заклад, старина Вигнар видел бы полдюжины моих предшественников. А я вижу всех. Тех, что в Сомгарде, и тех, что вместе со мной томятся в царстве Херсина. Ух. И все они видят тебя. Ох. Благодаря тебе прославится имя соратников. Мы не скоро это забудем. Чего? Ванна Анна. Моисей. Ванна Моисей. Ванна Ной. Ванна Моисей не Ной. Вилкас говорит, что тебе все еще нужно излечить. Тебя все еще можно излечить. Не знаю. Я могу лишь надеяться. Че, они наркоманы все. Они дают неодушевленным предметам имена. Шампунь Ной. Угу. Бросить голову ведьмы в огонь. Поговорить с Кодлоком. Приветствую тебя, брат по оружию. Мы убили твой дух зверя. А вместе с ним зверя внутри меня. Эхей! Тебя за этот дар. Хотя остальные предвестники остались в ловушке у Херсина. Мочалка, ну. Имя полком? Я правильно расслышала? Он сказал, что ты поведешь соратников? Это тебя огорчает? Я просто удивлена. Но твоя сила и доблесть очевидны всем. Это честь для меня первой назвать тебя предвестником. Пойдем, расскажем остальным. Пойдем. Я стал, короче, шефом соратников. Только что меня назначили приемником. Приемником. Будут теперь волны ловить. Нихуя. Я только гитару свою назвал. Ну что вы, ну... Что началось? Я гитару назвал Сильвия. Потому что если гитару не назвать, она расстроится. Со своего. Мне это нравится. А куда мы? Подожди. Чё? Говорят, ты сильнее, чем кажешься. Ты будешь возвращаться в Йорскор? Со временем. Но это же гробница из Грамора. Думаю, я побуду здесь немного. На такое стоит потратить немного времени. А ты ступай. Потом увидимся. Я
Ты, Дань, еще, походу, пропустил ту деваху, которая у костра сидела, у которой вот так вот, короче, как будто усы измазаны. Шиномонтаж Ирина. Если порвалась резина, обращайся к нам. У нас, знаешь, у меня в городе шиномонтаж, ну и всякое такое там, все, что с машинами связано, назывался ВВС. И слоган у них был охерительный, кстати. С запчастями ВВС вас не догонят ДПС. Изи. Изи. Просто изи. Причем это было вот так вот, знаешь, До встречи. по дороге на Ленинградку, понимаешь? Кровь играет? Кровь играет, да. Как вернуться-то? Теперь. Какая-то дверь? Где дверь-то? Там? Где там дверь? Нет дверей никаких. Что происходит? Ой, ладно, пошли. Я буду больше думать, как тут вернуться. Книжка для сына называется «Резиновая Зина». Не надо мне подсказывать, я сам вижу, сам решу. Что за... Ну там походу и ставили именно такой двигатель. У нас вообще странные это магазины порой были в свое время. У нас палатка, в которой продают пирожки в виде печки, называлась Отемели. Да хранят тебя и в битву вдруг. Ну, от Эмели, ну. Как бы. Но это еще не все. Это еще не все, что на этой палатке было написано. Если хочешь услышать продолжение, поставь плюсик в чат. Три человека, четыре человека желают узнать продолжение этого гениального магазина. Готов? Набрал воздуха? Молодец. Отымели с пылу с жару. Имели с пылу с жару пирожки и пышки, девчонки и мальчишки. Вот такое, по-моему, там было. Там очень длинная она такая. Она в виде печки была, и на каждой стороне было написано. Это жесть. Это жесть. По-моему, все. Да? Мне вот это интересно. Серьезно, Дом ужасов? Квест называется Дом ужасов?
Это интригует. Мы прошли соратников тоже, кажется, только что. Я, конечно, не уверен, но... До слез. Такие вот вещи происходят у меня. Креативные люди. У нас еще реклама, я помню, висела. Гениальная просто. Белый транспарант такой. И на нем просто написано было: если ты это читаешь, значит реклама работает. И номер телефона. Просто гениально вообще. У таких, как я, много врагов. Люди все время пытаются меня набить. Так, это вот тут, да? Да, если услышите где-то далеко странные звуки, то это моя истерика, нахуй. Спектакль «Ах, уели». Детский. Ага, хорошо. Заброшенный дом. Свежая пища. Нет, были на мебели. Тут кто-то был. Недавно. Но те, кого я спрашивал, говорят, что никто не входит и не выходит. Стой! Ты слышишь? По-моему, звук был оттуда. Вот оно что. В доме кто-то есть. Значит, мы приближаемся к истине. Выходи! Слушай, а в чем смысл был этого квеста? Туран, дозорный Стендара, интересуется старым заброшенным домом в Маркрате. Он считает, что там когда-то поклонялись Доедра. Тут нужен ключ. Это необычный Доэдра. Нам понадобится помощь. Чего? Слаб. Он слаб. Ты силен. Сокруши его. Че за хуйня происходит? Куда? Уходим отсюда. Живо! Нет. Убей его. Развощи его кости. Разорви его плоть. Ты убьешь. Убьешь или умрешь. Я не хочу умирать. Я не хочу умереть здесь. Чего, блин? Да, твоя награда ждет тебя, смертный. Дальше вниз. Что это за жесть была сейчас? Нормально тут телекинез. Полтергейст тут, короче, живет какой-то, походу, в этом доме. Да, дальше. В недра. А чё так темно здесь? В какие еще нахер недра? Хитрый. Как близко. Твоя награда ждет. Это Пиксвер. Что понравилось, что нет, сложно сказать. Ничтожество. Думаешь, Молок Бал, лорд порабощения, так легко наградит тебя? Что ты видишь из своей клетки?
Говори. Булава заржавела. Ржавая, сухая. Когда-то эта булава была покрыта кровью слабых и ненужных. У лордов Даэдра тоже есть враги. Жрец моей соперницы Баэтии осквернил мой алтарь, оставил его на разрушение. Но теперь ты здесь. Что мне не нравится в этой игре, это что она богучая, очень сильно. Сырая, пиздец. А, ты хочешь отомстить Баэтии? Хочу подчинения. Хочу, чтобы жрец, который сделал это, встал на колени и отдал мне свою душу. Террас. Он приходил проводить на моем алтаре грязные ритуалы Баэтии. Потом пропал. Но его поймали и пленили. Бросили гнить в темнице. Спаси его. Дай ему провести ритуал еще раз. И когда он придет, мы будем его ждать. Ок. Там. Нет? Блин, это что, плаву взять? Что ты хочешь? А чё, ничего не написали даже? Кого мне надо найти-то? Или написали, а я не заметил. Найти жреца Баэти. Пойдем найдем. Сиди вот тут. Чё ты плохо сидишь? Вот, да. Вот так. Стоять! На что я смотрю? Я был близок. О, жрец! А ты где? Жрец. О. Разделенные башни. Какие черепа. Ну, почти, да. Недалеко летит. Погнали. Тени гриф. Тени гриф. У меня есть тени гриф. Он бежит. Он бежит по скалам, он бежит. Беги, прыгай, тени гриф. Тени гриф, тени гриф. У меня есть тени гриф. Молодец, тени гриф. Прыгай со скалы, тени гриф. Вот так. Прямо вот так. Уи! Уи! Мне по бабке попали. Что такое? Тенегриф, беги. Тенегриф, беги. Я мимо, что ли, пробежал? Тенегриф, тенегриф. Застревает он везде. Молодец, тенегриф. Прыгай тут. Прям в обрыв. Туру. А ну, умри. Тень гриф, разберись с ним. Я пока внутрь пойду. Тень гриф только свистнем появится. Тень гриф. Тени. Тени гриф. Любая песня к ней подходит, тени гриф. Да? Походу. Из детского мультика обязательно.
Кто это? Не после, во время. В процессе выполнения какого-то одного из заданий тебе его дают. И не воры. Да. Темное братство. Тебе нужен Вентус, какой-то там мальчик. И поспать. Тени гриф. К вам спешат. К вам спешат. Тени гриф лучше всех. Вот что отлично. Бом-б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 ом. Тени гриф. Тени гриф. Тут чудеса. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, тени гриф. Пу-ра-ра. И это возьмем. Это что-то, по-моему, лишнее было. Вы сейчас, может, спросите, почему я ничего не собираю, а мне нахер ничего уже не нужно. У меня 26 тысяч денег, и у меня все прокачано практически. Ну, в смысле, не все, конечно. Из того, что мне нужно. Было. Я все вроде прокачал. Оплот Красный Орел. Мальчик, у меня какой-то квест был с мальчиком. Он просил убить женщину. Ну, это в смысле, как начать темное братство, я тебе сказал просто. Го правила прочитаем, Гагант Мейдж. А то что-то ты не уймешься никак. Давай вместе с тобой почитаем правила. То я чувствую, что какие-то непонятки до сих пор остались. Давай. Советы равно подсказки, равно спойлеры, равно тайм-аут, равно бан. Вопросы. Вопросы, Гранд Мейдж. Какие-нибудь есть? Сейчас найду, как тут тайм-аут его. Давай, подожди. Минуточку. О, Нагрольф несговорчивый. Эй, ты, тебе велели меня убить. Заколоть могучего Логрольфа, пока он свят. Молокосос. Стоило сюда приходить. Все. Слэш таймаут, ник. Надо придумать салон, название для салона красоты. Кому надо придумать название? Чё-то, кого там молокососом-то назвал? Слышь, говнарь. Провалено, дом ужасов. Ну, он обозвал меня, я психанул. Ты. Тебе велели меня убить. Заколоть могучего Логрольфа, пока он связан, как баран. Я здесь, чтобы спасти тебя. Спасти? Никто не знает, что меня схватили. Кто тебя подослал? Я здесь по велению Боэтии. Темная госпожа прислала тебя. Погоди. Алтарь Молога Бала. Ну, конечно. Мне срочно надо в Маркарт. Освободи меня. Дай
Сейчас-ка я тебя освобожу от пут. Свобода, наконец-то. Теперь прочь с дороги. У меня дело. Да ну нафиг ваши шальные императрицы. Салон красоты. Изюминка. Парикмахерская торнадо. Чика умеет в название, походу. Ну просто себе, знаешь, изюминка обычно называют какую-то эту, ну, не знаю, кондитерскую. Хотя изюм, блядь, никто не любит. Парикмахерская прямые концы. Лакмал, думаешь, ты можешь одолеть того, кто верит поэти? Куда? Можно. Я побеждал в этом бою. Я люблю изюм, я люблю изюм. Началось. Копипаста. Я даю тебе свою булаву, напитанную проржавевшей сломой. Сокруши дух в костях Локральфа, заставь его склониться передо мной. Чё там за тайм-ауты начались? Это чё такое было сейчас? Никогда не повторю. Не стоило сюда приходить. Я не покорюсь. Твинка года? Смертные. Чтоб на марафоне с ним сидел. Дряблые, жалкие тела. Попробуй еще раз. Чего? Ты... Я не знаю. Это что? Сам? Хватит! Всего-то два раза. Я сдаюсь, Молокбал. Я сдаюсь. Ты склоняешься передо мной? Да! Ты вверяешь мне свою душу? Было бы смешнее, если бы мамка Фёрста был твинка года. Это было бы вообще, конечно, вверх. Ты отринешь жалкую и слабую Бетию? Да. Теперь ты мой, Логральф. Убей его. Нет. Не надо. Нет. Да я так одноручно сейчас прокачаю. Хватит. Хватит. Габала, я дарую тебе ее истинную силу. Когда твои враги падут перед тобой сломленные и окровавленные, я увижу это. Я что, тут одна баба среди мужиков? Уходи. Я не знаю. Не факт, я не уверен. Булава — это не слишком щедрый подарок. Знай свое место,
Чего? Молок Бал пошлет другого героя, дабы забрать свою булаву с твоего. Ну пошли, пошли кого-нибудь, давай. Теперь мне пора в Обливион. Пизду. Нужно забрать кое-чью душу. Следи за домом, пока я не вернусь. Значит, третьего раза не будет, нет? Выполнен дом ужасов. Дело какое-то. Че с булават хоть? Отнимает 25 единиц запаса сил, отнимает 25 единиц магии. Если противник умирает в течение 3 секунд, заполняется камень души. Ничего такая, квест такой себе. Конечно, начало было интригующее. Ну да ладно. Тек. Выгнать тебя решил. Да. Я каждую минуту ищу повод тебя выгнать. Прям. Я уж не знаю, что с тобой делать. Ты никак не уходишь и не уходишь. Ой, все. Люблю тебя! Вообще не могу никого искать. Ты умеешь добиваться своего. Если хоть... Погляди. Тысяча сто. Забирай. Если что понадобится, загляни в магазин. Жесть, конечно. Что, у них тут вообще денег нету? Подожди. А чё мне там восстановление нужно было один уровень, да? А я не прокачал его так еще. И восстановление было нужно, чтобы что сделать? Чтобы вкачать вот это? А оно мне надо вообще? Я хрен его знает. Мне и так хватает. Стоять! А это мне нужно? А мне не нужно тоже оно. Потому что, ну, оно и так нормально сжирает. Колдовство, иллюзия. Че я в иллюзии начал качать? Зачем? Мастер разума. А, бесшумные заклинания тут были. Алхимия, красноречие. Можно красноречие вкачать вот на вкладчика, чтобы у них было больше денег. Наверное. А, нет. Много слишком. Скрытность тогда. Пойдем по скрытности. А там что-то вообще есть по левой ветке-то еще? Легкий шаг. Нажимные пластины не срабатывают, когда вы на них наступаете. Вообще кто-то хотел тяжелую броню, но... Тут надо 70. Да? Это же оно. Еще 3 уровня. Ой, ладно.
Чего все закрываете свой Винтерхолд? У вас что-то, блядь, что-то секретное? Объект? Что на продажу у тебя есть? 500 денег? Ладно. 455. Ой, беда, а что ты там... Вдовству поучить меня хочешь? Некромань. Конечно, далекие от магии люди могут считать по-другому. Поэтому мы стараемся не демонстрировать свои взгляды. Я научу учи тебя меня. Чему, но осторожней с этим зверем. Да стоять! Этот инцидент — чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Все продали все. 390, 270... Обирай вообще, наплевать. Но а Мирабелла еще сам погляди. Так, сколько у тебя тоже 500? Это было прекрасно. Да, согласен. Лишних денег тебе дал, конечно, было прекрасно. Или бы тебе не понравилось. Ой, ладно, короче, пошли. О, интересно. Ты, стоп. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Тоже 500, да? Забирай. Прощай. Мне забавно бегать от противников. Можно и так. Заговор изгоев. Вот это. Некий Элтрис из Маркарта передал мне записку. Он предлагает встретиться в святилище Талоса. Видимо, для разговора о недавнем убийстве на Маркартском. На маркетском рынке. Или считался. Это не тут девчули одни. Нет. Извини, что втягиваю тебя в наши маркерские дела, но после того случая на рынке у меня совсем не осталось времени. Ты не из местных. У тебя бывалый вид. Ты подойдешь. К чему? Что ты имеешь в виду? Тебе нужны ответы? Мне тоже, как и всем остальным жителям города. Человек впадает в безумие прямо на рыночной площади. Всем известно, что он из изгоев, а стража ничего не предпринимает, только убирает трупы. Чушь какая-то, время еще мое тут тратишь, сидишь, драгоценное. Ты хочешь узнать, что за этим кроется? Все это продолжается уже много лет. И все, что я сумел раскопать, это кровь и смерть. Мне нужна помощь. Прошу тебя, выясни, почему на ту женщину напали. Кто стоит за Велином и изгоями? Я заплачу за любые сведения, что тебе удастся найти. Окей. Узнать про Маргарет. Что ты знаешь о Маргарет? Она не из Маркарта. У нее буквально на лбу написано «Чужестранка». А приезжие обычно останавливаются в «Серебряная кровь». В комнате в одной. Ну, знаешь, просто что-то задремало, а друзья написали на лбу «Чужестранка». Чернилами не смывающимися. Кто такой Вейлин? Он... Где он жил? Он работал в плавильне. Я и сам там когда-то отливал серебряные слитки. Я никогда особо не интересовался Вейлином. Знаю только, что он живет в муравейнике вместе с остальными рабочими.
А кто такие изгои? Ну-ка давай, чистая информация для сведений. Они потомки древних хозяев Маркарта. Жители предела. Старых традиций. Норды изгнали их из города. Ясно. Ульфрик Буревестник и его люди. Это было лет 20 назад. Понятно. А почему-то они все еще здесь. И они убивают людей. Почему-то, действительно. У них, блядь, землю отняли. Конечно, блядь, это как с индейцами, да? Почему-то индейцы здесь, блядь. Конечно, почему-то. Это их земля. Пытался расследовать убийство-то, ну? Все началось, когда я был еще ребенком. Мой отец владел одной из шахт. Редкий случай, ведь нордом он не был. Его убили. Стражники уверяли, что это просто дело рук безумца, но все знали, что убийца был из изгоев. С тех пор я и пытаюсь докопаться до правды. Поиски меня ни к чему не привели. А потом я женился, и скоро сам стану отцом. Я поклялся, что брошу свои поиски ради ребенка. Но призрак отца словно преследует меня, спрашивает, за что? Я уже почти вышел на след убийцы, но внезапно у меня начались схватки. А поскольку в 1745 году смертность при родах была слишком высокой, я умерла. Думай, кому что говорить. Таверне Серебряная Кровь. Блять, кто так таверну называет? Серебряная Кровь. Уи! Ночь-то работает. Добро пожаловать. Не обращай внимания на... В таверне Серебряная Кровь есть крепкая выпивка и чистые комнаты. Стой! Контент! Контент! Чего? Убери это все. Че ты тут? Это таверна Серебряная Кровь. Угадай с трех раз, кто ее хозяин. Серебряная Кровь? Я ничего не понимаю. Че ты мне показываешь? Добро пожаловать. В таверне Серебряная Кровь есть. Здорово. Не смогу чего-то достать. Ты здесь знал? Моя жена будет на меня гавкать, пока не достану. Здесь останавливалась женщина по имени Маргарет. А, да. Сняла у нас лучшую комнату на целый месяц. Лучше не вспоминать о ней. В Маркарте о мертвых стараются не говорить, а то несчастья не оберешься. А во сколько сегодня Е3-то начинается? Найти ключ от комнаты Маргарет. Запомни, в Маркарте. Эль дешевле крови. Когда-нибудь я 11. Буду ювелиром, как мама и папа. Ну, красотка ты моя. Молодец прям. Найти ключ. Он мне дал ключ? Или мне дал ключ этот? Друган. Секрет. Большой такой секрет. Маленькая такая компания. Дневник. Прочесть дневник. Майк. Встречаемся сегодня в сокровищнице. Долго же они канителились. Эти люди ведут себя так, как будто владеют тут всем. Тонор, Серебряная Кровь, младший брат. Но у руля явно именно он. Заключает все сделки, принуждает местных землевладельцев продавать ему свои наделы. Даже нанял эту юркую девчонку. Девчушку стоять у двери и отваживать всяких бузил вроде меня. Генерал Тулей уже начинает терять терпение, но я все-таки выцарапаю контракт. Чего?
выцарапаю контракт на шахту Сидна, чтобы мне провалиться. Если я позволю кучке сочувствующих братьев Бури владеть тюрьмой, где сидят самые отъявленные преступники предела. Они говорят, что никому не удастся сбежать. Почему? Действительно ли там все так, все так надежно? Возможно, я поторопилась тягаться с Тонером. В этом городе тени снуют за каждым углом. Я готова ручаться, что за мной следят. Учиться это здорово. Я уже умею стучать молотком. Что это ты тут вынюхиваешь? Вопросы задаешь? Брось это дело. А то на своей шкуре узнаешь, что бывает с теми, кто мутит воду. И что будет? Мне прям интересно. Очень смешно. Это твое последнее предупреждение. Здесь мы следим за порядком. Не лезь в наши дела. Чувак, ты знаешь, что это значит, когда я нажимаю F5 перед человеком, который меня бесит? Знаешь, что это значит? Поплыл, смотри. О боже. Повторим. Я думаю, повторим. Ничего, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фус, руда! Куда ты? Похуй, да, тебе? Тебя предупредили. Тебя предупредили. Уровень, разузнать о Вейлине. Блин, чуть опять, короче, не фусраддахнул его. Опа. Уровень. Сейчас встретим муравьев. Это бомжатник какой-то, что ли? Муравей. В муравейнике нечего делать таким, как ты. Что тебе нужно? Попучи меня, красавица. Я покажу тебе парочку трюков. Только если кто спросит, мое имя не называй. Понятно? Эксперт. Ты ж нихера себе. По-моему, в этом мастер сидит. А тут эксперт. Ты знал Вейлина? О, да. Я всех знаю, кто живет в муравейнике. Я же ключи выдаю. Думаю, теперь его комнату займет кто-то другой. Мне... А что такое муравейник? Если тебе не по карману другое жилье, ты направляешься сюда. Когда разработка в шахтах только начиналась, кому-то пришла в голову идея поставить тут кровати. Трудяги, больные, немощные. Мы все здесь. А мне нужен ключ от комнаты Вейлина. Ты уж извини, но ты не из наших. Что значит не из наших? Я из ваших. Мы тут редко кому верим. Но, ладно. Да. Ладно. Бывай. Я, сука, есть. Тебе здесь не понравится. Да тут где-то. Элтрик. Вейлин. Зачем мне ключ нужен был? Марка! Замок-новичок.
У меня была мысль, короче, своровать у него. Кража из сундук. Записка для Вейлина. Прочесть записку. Записка от Вейлина. Вейлин, тебя избрали, чтобы ты вселил ужас в сердца нордов. Завтра отправляйся на рынок, ты поймешь, что делать. Не. Не. На рынок. Выяснить, кто подписался буквой Н. Разузнать от Тронери. Это все на улице, да? Насколько я знаю, тут у всех либо хрипунец, либо атаксия. Муравейник не для тебя. Верь мне. Хрипунец? Ты суешь нос не в свое дело. Пора преподать тебе урок. Кто тебя послал? Кому-то не нравится, что ты задаешь много вопросов. Ну давай, посмотрим. И все, все, что ты знаешь. Это самые скучные драки на свете, по-моему. О, шелудивая зараза. Сам такой. Говорили, будешь общаться с богами. Непус носатый. Непус? Непус носатый? Непус носатый. Слышишь, ты Непус носатый, ну. А это где? Разузнать о Непусе. Что-то какие-то странные здесь квесты. Пойди туда, пойди сюда. Причем... Один квест. Один квест и в разных концах города. Даже как-то необычно. Подайска! Че ты там фукаешь мне? Раны-то перевязываешь. Воняешь, как мокрая собака. Да, я еще болею, что ли? Что творю-то, блядь, что творю-то? Где-то там. Это сокровищница. А где второе место? Паркур. Здесь? Чуть-чуть промахнулся. Дом Непуса. Рынок... Это Игоду. Народная мудрость для Игоды. Рынок это штаны на два размера больше. Его нужно держать. То упадет. Прошу прощения. Здорово. Что тебе здесь нужно? Ну, я что-то мимо проходил. Я Непуса ищу. Нам не сообщили о твоем визите, а старику нужен отдых. Приходи в другое время. Схуяли. Постой. Не-не-не. Все в порядке, дорогая. Пусти его. Кодлок? Ладно. Держи руку. Ты вернулся? Сказал? Заходи. Как насчет соблазнить старичка? Я прошу извинить мою хозяйку. Держи руки при себе. Излишнюю заботу. Так что тебе я нужно? Знаю о Вейлине. Да, ты настоящая ищейка. Ну что ж, тебе удалось вычислить меня. Вот уже 20 лет я веду эту игру. Отправляю молодых и наивных на верную смерть. И все во имя изгоев. И я устал. Я так устал. Ну так... Ты чудовище. Чудовище? Нет. Я просто слуга. Верный слуга короля Мадонаха. Когда норды подавили наше восстание, они бросили его в шахты. Я не знаю, каким образом, но он выжил.
Я получаю от него сообщение и беспрекословно выполняю его приказы. А зачем я ответил, что он чудовище? Они же свое назад пытаются забрать. Че я несу там, блядь? А ты с такой готовностью мне все рассказываешь? Мальчик мой, почему ты думаешь, что уйдешь отсюда живым? Потому что... Тебя видели при входе. И че? Девушка, что встречала тебя у двери, агент из сгоев, переодетая служанкой. И? До тебя сюда уже приходили искатели и... правды. И? И? После тебя тоже и... будут приходить. И что? А кто такой Мадонах? Он король в лохмотьях. Человек, в чьей власти был как весь предел. Он разжигает ярость угнетенных. Приказывает им убивать врагов изгоев во имя нашего... Он просто еще не знает силу F5. Все это из шахты Сидна. Из Нордской тюрьмы. Шахта Сидна. Какая ирония. Что за восстание, которым ты... Потому-то мы и зовем себя изгоями. Мы не можем вернуться на земли, которые принадлежат нам по праву. Но когда норды воевали с эльфами... Съелся кусок озвучки, по-моему. Это наш шанс. Мы подняли великое восстание и изгнали нордов из предела. А потом появился Ульфрик со своими людьми. Всех нас, кто не успел бежать, казнили. Оставили в живых только короля, меня самого и еще нескольких. Прости, но я не могу оставить тебя. Вы че, ребят? Ебанат, что ли? Вы тут все, что ли, блядь, ебанутые, не пойму. Нет, ну ей-богу. С чего вообще это сейчас вот? Прости, я не могу тебя отпустить. Тут у каждого есть по ключу. Тут не надо мне говорить, что на меня теперь все будут агриться. Опа. Здесь. Ай! Вас. Сокровищница. Подожди, сокровищница. Книги. Дневник Непуса. Чувство вины начинает одолевать меня в преклонные годы. Столько юнцов отправили на смерть. Все это во имя изгоев, во имя Мадонаха. Моего короля, который следит за нами из решетки в шахте Сигна. Как давно я тебе служу? Со дня восстания против нордов? Было ли время, когда наши судьбы не были омрачены всем этим насилием? Есть у меня выбор, кроме как следовать чужим указаниям? Ох, я предчувствую, там какая-то... Ух ты, кто это? Хайдуин! Хайдуин! На самом деле открыта лишь для клана Серебряная Кровь. Тебе здесь не место. А? И чё? Прошу прощения, мы помогаем только нашим покровителям. Я Актонору. Он просил, чтобы его никто не беспокоил. Он деловой человек. Слышь, деловой, ну-ка выйди сюда, он меня ждет. Извини, что задерживаю, проходи. А я такой, да, я убеждаю, да? Ты только скажи бабушке, если тебе что-нибудь понадобится. Я замужем за Тонером Серебряная Кровь. Не забывай об этом, когда говоришь со мной. Мой муж Тонер занимается всеми... Это ты сейчас? Это бабушка? Я раб. Вот это бабушка?
Какая нахуй бабушка? Вы чё? Кого вы тут? Чего? Чего? В смысле бабушка? Это? Как я? Сика. Секунду. Стоп. Это гениально будет. Это будет гениально, ребят. Бабушка Вал Килмер. У меня аж бок заболел. Почему бабушка на Вал Килмер похожа? Что с ней не так? Ой, бля, тихо. Бабушка Вал Килмер, уходи. Мой бог. В этом доме нет такого уголка, где мне не приходилось убирать. Нужно что-то. Ба? Что? Здорово, пьянь. Я же сказал, никаких посетителей. Я хочу поговорить о Маргарет. Про ту имперскую шпионку? Да-да, я знал. Сколько еще псов империя натравит на меня? Это мое дело, мой город. И не лезьте в мои дела, имперские лизоблюды. А теперь проваливай. Чего? Что? Боги мои, Бетрид! Я могу сражаться. Мне страшно. Моя жена. Они убили ее. Будь проклят, Мадонах. И будь прокляты его изгои. Я расстроен. Бабушка Вал Килмер напала на меня. Потом прибежал какой-то индеец. Тоже пришлось завалить. Я расстроен. Ты это заслужил, на самом деле. Теперь говорить будешь? Ну, я такой, мне очень жаль. Ничего тебе не жаль, не ври. Ну, ты да. Хочешь узнать, кто такие изгои на самом деле? Они мои марионетки. Их король гниет у меня в Сидне. Он должен был держать их под контролем. Тень странная. Где? Вот эта, которая вверх-вниз прыгает. Ты заключил сделку с изгоями? Когда их восстание подавили, я велел привести Мадонаха ко мне. Он был прямо дикий зверь, но мог быть мне... Сейчас развернемся, узнаем. Я предложил ему жизнь в обмен на то, что он поможет мне убирать тех, кто мне мешает. Конкурентов, шпионов, просто идиотов.
Поэтому я и позволил ему управлять остатками его изгоев и их восстанием прямо из шахты Сидна. Но теперь он вышел из-под контроля. Ага. Мадонаха надо? Если хочешь, я уберу Мадонаха. Надо? Шахта Сидна? Моя тюрьма. Половина всего серебра в Скайриме поступает из нее. Самая надежная тюрьма в Тамриэле. Оттуда еще никто не убежал. Я думал, что если брошу туда Мадонаха, то он будет под моим контролем. Ну, видимо, надо... Если хочешь, я уберу Мадонаха. Надо? Что тебе еще надо, проклятая ищейка? Это все твоя вина. Чего? Вы с Мадонахом просто животные. И вы у меня оба за это в Сидне сгниете. А теперь вон из моего дома. Убирайся из моего дома. Сейчас же. Фус! Руда! Стишок расскажешь нам? Ну давай расскажи стишок. Подожди, стой, не двигайся. Не двигайся. Да, блядь, не двигайся, тебе говорю. Из моего дома. Сейчас же. Сказал Рейден, блядь. Ну чё ты? Я хотел ещё капусту тебе убирайся положить. Из моего дома. Сейчас же. Стой! Так, это мы еще не пробовали, подожди. Зачем ты это делаешь? Да просто что-то скучно. Хлеб через котелок. Ходят слухи, что в Skyrim можно играть. Это все слухи. Их распускают собаки. Собаки Skyrim'а. Господи, что? Мне не нравится, как он на меня смотрит. Убирайся из моего дома. Сейчас же.
пощады! Бабу забери. Кто? Не дотянусь. Не, он не дотянется. А выше не залезть. Я так понимаю. Ой, ладно. Ой, все. Да нет, там не залезть. Найдем еще какую-нибудь люстру. По-любому. Ой, боже, у меня аж бог заболел. Че происходит? Че вообще? Че я за херню творю? Котелок одеваю на чувака. Что? Мы ведь тебя предупреждали, а ты опять за свое. Теперь нам придется повесить все последние убийства на тебя. Свидетельские показания править, улики подкидывать. Эх, сколько же работы! А что вы сделали с Элтрисом? То же самое, что и со всеми дикарями, которым не нравятся наши порядки. Подробнее. И Мадонах все держали на мази, пока вы с Элтрисом не начали свои поиски правды. Что ж, тебе хотелось узнать, кто стоит за убийствами. Ты с ним встретишься в шахте Сидна. Успеешь даже подружиться с королем в лохмотьях. Вы до смерти не расстанетесь. Живьем не дамся. Значит, тут ты и умрешь. Да? Ну, овчу. Да, они вообще убиваемые? Элтрис, у которого 800 денег. Кусок говна. Вот это интересно. И квестов нет. Давай сделаем так. Мы ведь тебя... Теперь нам придется повесить все последние убийства. Тоже тот. Что ж, тебе хотелось узнать, кто стоит. Хорошо, я сдаюсь. Ты больше никогда не увидишь солнце, понятно? И сильно еще никто не убежал. Никто. Ну ладно. В большинстве тюрем
вы можете отсидеть свой срок, просто лежа на кровати в камере. Вы можете пытаться сбежать. Ваши вещи можно будет найти в сундуке где-то в тюрьме. Ну что, арестант, смотреть вперед! Ты теперь в шахте Сидна, и кормежку ты нам отработаешь. Тут ты не будешь на нарах задницу просиживать. Пахать надо. Будешь добывать руду, пока серебряные слитки горлом не пойдут. Ясно тебе? Когда я отсюда выйду? Когда искупишь свою вину. Работай и заслужишь свободу. Отлично. Открывай. Эй, ты, иди сюда. Куда сюда? Не хочу. Я Довакин. Ха-ха-ха-ха! Даже драться нельзя, нихуя. Прикол. Так, что-то, короче, тюрячка. Тюрячка внезапно нарисовалась. Мы сначала... Давайте перерыв небольшой. Потом тюрячка. Тюрячка.